Во дворце детского юношеского творчества Владимира состоялся второй областной форум отцов. Делегатами стали главы семейства из всех районов региона и представители Союза женщин. Задачи две – утвердить устав и переизбрать председателя областного совета отцов. Предыдущие два года этот пост занимал заслуженный работник культуры России Владимир Лаптев. Он возглавил совет по инициативе Союза женщин. Лаптев сообщил, с 2014 года отцы провели много спортивных и развлекательных праздников. Второе направление у нас – создание и рекомендация советов отцов в школах. Это очень институт такой, он действенный, это интереснее, чем родительские собрания, сказали, или родительские комитеты, потому что там папы приходят, и мальчики с ними, и девочки тоже. Совет помогает отцам-одиночкам. Во Владимирской области более 5000 мужчин воспитывают детей самостоятельно. Для помощи им члены совета привлекают бизнесменов, у которых тоже есть дети. Эта особая взаимовыручка среди глав семейств помогает бороться за то, чтобы закрепить статус отца-одиночки на законодательном уровне, а также сделать День отца в России официальным праздником. По словам зампредседателя комитета по социальной политике областной администрации Дениса Егорова, он может быть установлен в последнее воскресенье октября. Сейчас очень у нас в Владимирской области реализуют два основных постулатов. Во-первых, это ответственное родительство. А без отца в семье ответственное родительство навряд ли возможно в полном объеме для гармоничного развития. И второй постулат – это Владимирская область, территория безопасного детства. Естественно, без отца безопасное детство тоже невозможно. На форуме в рамках благотворительной акции «Отцовство, долг и дар» 21 отец из разных муниципальных образований области получил награду – сладкий пирог и грамоту. Это историки, археологи, пожарные, майоры полиции. Среди них житель Мурома Александр Царев. Он создал много украшений для города из пенопласта, воспитывает мальчика и девочку. Считает, главное, чтобы дети выросли хорошими людьми. Того крепкой семьи – это главное, чтобы все вместе, это в первую очередь. И, в принципе, мы стараемся быть всегда все вместе. И куда бы ни ездили, куда бы ни ходили, обсуждать все проблемы, решать опять же все вместе. Итогом форума стало избрание нового председателя областного совета отцов. Им стал проректор ВЛГУ по образовательной деятельности Алексей Панфилов. Екатерина Зинурова, Станислав Трегубов, Губерния 33.